Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вьетнамские поросята в возрасте 4 недель уже едят, в принципе, траву. Едят, все едят, прикорм, добавку. А сейчас охотятся за мамой. О, распищались. Попрошайничают, ходят. Мама ждет вечернюю пайку. Окружают. Сейчас нападение будет. Вот же ж мобильные телефоны ходят и тарахтят. Уже в этом возрасте они нормально и травку едят, и кашку там. Ну, кашку я не даю. Даю больше комбикорм, ну, грановый, уже готовый. Именно для поросят, как получается, подсосного возраста. У них получается сейчас еще желудки маленькие, сами маленькие. Кашлом набивать себя не очень у них хорошо будет с ростом. Слишком тяжело все это переваривать, а в гранулах все уже сбалансировано. Там молоко есть, заменитель молока в гранулах, поэтому... Ну, самая лучшая гранула у мамы висит на пузе. Сейчас вечернее кормление пройдет. Маму накормим, она тогда им даст пожрать. Свиноматку кормлю два раза в день кашей. Приходится варить летом. Проблема в том, что намного не наваришь, надолго она скисает. Ну а еду, конечно, лучше давать не скисшую, а нормальную, иначе будет расстройство желудка, свинка будет только переводником заниматься. Ну и плюс трава сейчас в избытке любая. Ну, в плане трава. Корм. Поросята он тоже прекрасно ее едят. Травку щипают. Все равно основное как бы питание у свинки это. Цена их загоняет в дом. Основное питание у поросят мама на молоко. Все еще остается. Мама он похудала как. Я думаю, еще недельку. Что, ты будешь давать их хавать? Им этот гранул дашь, Илюх? На улице, может, им кинешь, а? Я поснимать хочу, как они хавают их. Сейчас мы малышам дадим гранул, а маме дадим кашу. Мама свою кашу будет хавать отдельно, малышня грановая отдельно. Главное, тут куры, чтобы не лезли к ним. Мы их выгоним. Куры подходят, клюют малышей, обижают. Ничего, скоро вырастут, будут вас гонять тут всех. Сейчас мы дадим всего. Вот гранулы. Такие гранулы для подсосных поросят. В них в состав они такие пахнут даже каким-то молоком сухим. В состав входят там и аминокислоты, и витамины. С 5-дневного возраста можно давать как белым свиньям, так и вьетнамцам. Здесь все это прошло термическую обработку. Там витамины, полный набор. Все, что надо для роста поросенка. Плюс, я же говорю, заменитель молока, тоже немаловажно. В общем, для хорошего старта, для набора веса в первый месяц, когда организм у поросенка еще не окрепший, желудок маленький, и ему очень тяжело перерабатывать пищу грубую, как раз то, что надо. По количеству, в принципе, на 10 поросят я купил там 5 килограмм этого корма. И мне его хватит докормить их до полутора месяца, наверное. Я начал давать недель с две, наверное, дней с 10. Да не, наверное, недели две, пока то все. Во-первых, они вообще помалу едят. Ну, потом чуть побольше, сейчас дадим, посмотрим. Поросята боятся. Гранул насыпал в
кормушку. Малыши нормально так их хлопают. Единственное, я вытащил сейчас кормушку наружу, просто видео снять. Вообще отдельно даю. Получается, в помещении в сарай загоню, малышам дам, на улице маме. И вот она пока со своей пайкой там расправляется. Малыши спокойно едят грановые. В грановых достоинство в чем? Их надо там совсем немножко. Грубо говоря, концентрированный такой корм у них получается. Допустим, для того, чтобы получить те же калории от кашва, надо будет сожрать им там два ведра каши, грубо говоря. А здесь в грановых это там буквально 300 грамм на 10 рыб хватает. И там по 50 грамм съели его на два зуба им. И уже чувствуют себя намного лучше. Плюс мамино молоко, плюс травка за целый день. Ну, под прикорм даю уже два раза в день. Ну, стараюсь. Вот утром, вечером маму кормлю основным, так скажем, основным рационом, кашей. И то же самое малышата получает свою дозу прикорма. В принципе, говорю, это очень получается недорого, по большому счету. И в то же время эффективно. Значит, по поводу, будут ли поросята после этого есть там траву, солому. Ну, знаете, как в этом, как говорится, самый лучший повар – это голод. Поэтому, если вы вдруг захотите их перевести на одну траву, ничего страшного, подождете. Начнут кушать, будут есть одну траву. Мама дорвалась. Ну, такого не происходит. Я просто-напросто для видео выгнал их так рядом, поставил. Вечер уже, темно в сарае. Вообще, я так не допускаю. Маме хватает и того, что она получает в виде кашки. Ну, в принципе, мама все равно все отдаст им молоком. Поэтому ничего страшного, пускай ест. Видео я к тому веду, что прикорм. Уже, в принципе, можно там сам комбикорм, сами грановые, с пятидневного возраста рекомендованы поросят. Ну, вот, соответственно, с пятидневного возраста можно и начинать им прикармливать. Хотя, в принципе, в 5 дней они еще совсем дохленькие. Так что реально, недели там, 10, недели 2, ну, тогда вполне. И еще что, момент еще какой. Мама, во-первых, не так худает, не так ее объедают. Тоже немаловажно. Потому что маму, допустим, надо будет вот уже надо будет скучать ее. Но она наберет потом вес, конечно. Тоже. Они ее сейчас высосут, я еще в недельку подержу, наверное. 4 недели, 5 недель подержу, да уберу. Их много, 10 штук у нее. 10 штук ей тяжело выкармливать. Она сильно в весе теряет. Хотя, с другой стороны, в весе потеряет, лучше будет случать ее легче. Потому что если свиноматка зажиревшая, плохо гуляет тогда, не цепляется у нее ничего там, яйцеклетка не выделяется вовремя, не созревает. Ну, в общем, ничего хорошего. Блин, меня так комары кусают. Извините за качество съемки, я стараюсь, конечно, держать ровно камеру. Ты смотри, этот залез в этот, в корыто до нее полностью. Шакал мелкий. Так что вот так вот прикорм. Начинаем с 2 недель активно его давать. Занимает это по деньгам и по объему очень немного. Поросятки, он 10 штук, они там съедают буквально 300 грамм, полкила в день, в сутки, грубо говоря. Вот я дал полведерка из-под майонеза. Сколько там в него влезло? Ну, полкила. И этих гранул мне хватит на сутки, а то еще и, ну, два раза сегодня дать, еще и завтра на утро. Поэтому, ну, этого не хватит, они сейчас все поедят, свиноматка поможет. А вообще, как бы, недорого выходит, не пугайтесь, там, не надо вам будет мешками его брать. По деньгам, там, на 100 гривен купили, зато результат будет налицо. Поросята хорошо будет и вес набирать, и мама не так будет снашиваться.
А то она, они ее сотрут, от нее вообще скоро и позвоночника не останется. Поэтому лучше немножко помочь. Ну, как-то с прикормом у нас получается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Поросята, кстати, если в самом начале жизни получат хороший старт, они и дальше будут хорошо расти, вырастут большими, будут быстро расти, не будут болеть. А если оно такое чаморошное изначально, то дальше с ним ничего не получится, такой чаморошный останется. Ну, всего доброго.